звезда сериала «Папины дочки» скопировала знаменитую озорную позу легендарной голливудской блондинки. 28-летняя Дарья Мельникова снялась у вентилятора. Актриса порадовала поклонников забавным снимком. Мать двоих детей позировала напротив окна. Дарья кокетливо придерживала подол воздушного платьица, стоя над включенным вентилятором. Таким образом, она повторила знаменитую сцену из фильма «Зуд» 7-го года, 1955 год, где ветер из вентиляционной шахты метро развивал низ платья Мэрилин Монро. Мельникова поздравила девушек с праздником весны, а также обратилась к поклонникам. «Мужчины! Как бы вы ни относились к этому дню, почему я по календарю должен дарить тебе букет? Я и так тебя люблю. Нам всегда приятно по поводу или без получать подарки», — заверила актриса. Подписчики поздравили кинозвезду с праздником, а также поделились мнениями о снимке. «Даша, ты молода, сексуальна и офигенно красива. Какая хулиганская фотография. Почаще радуйте нас красивыми фото», — написали фолловеры. Дарья уже 7 лет замужем за актером Артуром Смольяниновым. Супруги воспитывают двоих сыновей, 4-летнего Артура и годовалого Марка. Недавно актриса покормила сына грудью на улице. Она призналась, что комплексовала из-за роста и груди.